Приветствую вас на моем канале. В этом видео увидите процесс восстановления механизма переключения передач автомобилей Fiat Ducato и такой же точно Peugeot Boxer. И во второй части этого видео мы будем восстанавливать механизм переключения передач на автомобиле Ford Transit. Вот это кондуктор для того, чтобы правильно выставить молоточек, который мы отсюда сейчас срежем. А вот уже механизм с установленными новыми подшипниками, новым сальником. Вот так вот выглядит пластик после его удаления. А здесь, видимо, уже кто-то пытался восстанавливать под сухарик для выбора передач с помощью эпоксидки, наматывал какую-то проволоку и эпоксидкой заливал ее. Вот так вот выглядит новый шток, а вот состояние старого штока. Видно, где шарики с шарикового подшипника многорядного повыедали шток, и он болтается. Естественно, здесь он подклинивал, была проблема с включением передач. Теперь будет такой вот хромированный шток, который будет ходить гораздо лучше, чем вот этот.
Вот еще один механизм переключения передач, часто встречающийся на Ford Транзитах, где, если сталкивались с проблемой, когда включается первая, третья, либо вторая, четвертая передача, из-за того, что механизм переключения передач не ходит в вертикальном направлении, при этом горизонтальном она переключается. Это как раз проблема с подклиниванием подшипника. Вот сейчас будем ее разбирать и ремонтировать этот механизм. Вот как раз место, где вырабатывается из заклинившего подшипника. Вот сам подшипник. Сейчас мы его вытащим отсюда. Вот сам подшипник. Он весь в коррозии. Сепаратор рассыпался, и шарики поперекручивались. Вот из-за этого механизм не двигается вверх-вниз. Вот как выглядит сам подшипник. Для ремонта этого механизма не будем использовать, как на дукатах, хромированный шток, так как здесь выработка небольшая, но и ставить подшипники тоже не будем. Мы такие механизмы восстанавливаем с помощью втулки. И вот эти раковины будут у нас как
ханинговка на цилиндрах, на гильзе цилиндра, для удержания смазки. За счет этого будет с лука хорошо ходить. Вот теперь все легко ходит и будет переключаться без проблем. Все, и можно отдавать теперь клиенту.